Как отметил мэр Анатолий Лукоть, одна из главных задач, которая сейчас стоит перед дорожными службами, обеспечить чистоту городских дорог и тротуаров после зимы. Глава города поручил начальнику департамента взять на особый контроль подготовку техники для работы в летнем режиме. Между тем, дорожные лаборатории готовятся к предстоящему сезону. С их помощью проверяют качество нового асфальта. Сейчас главная задача – протестировать все оборудование. Пока испытания проводят на прошлогодних образцах. Марина Аверина увидела, из каких ингредиентов состоит дорожный пирог. В этой лаборатории знают все о новосибирских дорогах. Сюда привозят образцы из больших транспортных магистралей и из узких внутриквартальных улочек. С мая по декабрь здесь работа не прекращается. Очень важно, чтобы все оборудование у нас было проверено. Мы за этим тщательно следим. Все оборудование должно быть технически исправно и готово как раз к проведению всех испытаний. Вот это сейчас наша главная задача – подготовиться к сезону. Каждый образец замеряют на весах особые чувствительности, на которых взвешивают драгоценные слитки. Нужна как бы точность, аккуратность при отборе этих проб. Потом она поступает к нам в лабораторию, образец. Здесь мы ее тоже аккуратно моем, обтираем. Вот. И затем проводим испытания. Дорожную смесь из этой печи вынимают буквально как горячие пирожки. Образцу придают цилиндрическую форму, а затем подвергают различным процедурам. Мочат, нагревают, помещают в вакуум и проверяют на прочность под большим давлением. Интенсивность движения на магистралях в Новосибирске колоссальная. На самом крепком асфальтобетоне уже через 3 года появляется колейность. Поэтому лаборатория занимается проверкой качества строительных материалов, чтобы служба дорожного полотна как минимум соответствовала 7-летнему межремонтному периоду. Он начал поддаваться. Если до этого он нагрузку выдерживал, то в данном случае он начал испытывать деформации, сжиматься и, соответственно говоря, это... Мы знаем, что вот при данной нагрузке асфальт уже начнет, скажем так, менять свою конфигурацию, будет колея образовываться и так далее. Вместо обычного асфальта смесь мелкого щебня, цемента и измельченного битума. Чтобы дорожный пирог был прочным, в него добавляют, как приправу, специальные эмульсии и порошки. В течение весны предприятия должны отработать все формулы, чтобы, как только сойдет снег, приступить к работе. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.